10 ноября на 95-м году жизни в Твери умер человек-легенда Сергей Николаевич Серов. В мае этого года, накануне Дня Победы, патрульная служба вместе с тверскими десантниками по хорошей традиции навещала Сергея Николаевича. На нашей Верхневолжской земле это был последний оставшийся в живых фронтовик, воевавший в годы войны в воздушно-десантных войсках. Три ордена Отечественной войны за взятие Будапешта, Праги и Берлина – это говорит о многом. И недаром у нас в нашем штабе, нашего союза десантников, на самом видном месте висят три портрета. Нашего президента Путина Владимира Владимировича, командующего ВДВ Сердюкова Андрея Николаевича и Серова Сергея Николаевича, гвардии рядового, еще совсем молодого солдатика, пока что с единственной наградой, медалью за отвагу, которую он получил как раз за взятие очередного важного языка. Первую фронтовую награду, орден Красного Знамени за форсирование Днепра, гвардии рядовому Серову вручил лично генерал-полковник Рокоссовский. Вручая 16-летнему парнишке орден, легендарный полководец по-отечески сказал: «Сынок, да ты же герой». Эти слова Серов запомнил на всю жизнь. Испытываем очень большое счастье, что мы можем этих людей, наших ветеранов, видеть живыми, сжать их твердые руки, мужские, десантные руки. Низкий поклон за то, что мы можем жить, ходить, улыбаться, радоваться мирной жизни. Спасибо вам большое. Мы просим вас как можно дольше быть с нами. Спасибо. Победу гвардеец Серов встретил в Берлине, за взятие которого награжден вторым после Вены орденом Отечественной войны первой степени. Десантная хватка, самообладание и умение постоять за себя и своих близких не покидали ветерана Серова много десятилетий. Но возраст дал о себе знать. Хотя мы надеялись, что Сергею Николаевичу будет отпущено на этой земле побольше. И это действительно большое счастье, что они еще среди нас. И для нас, ну, это просто как икона, наверное, как знамя. И как, наверное, показатель того, что мы русские и мы непобедимы. Их, ветеранов Великой Отечественной войны, с каждым днем становится все меньше. Давайте не забывать об этом и ценить этих людей как бесценное сокровище. Пока жива память.